Я напишу тебе письмо. В нем будет ровно 20 слов о том, что я пишу назло, о том, как нам не повезло, но повезло. Жди меня, мы когда-нибудь встретимся заново. Жди меня, обреченная, может быть, радостно. Жди меня, в этом городе солнце, как станция, как бы не сгореть мне, как бы не сгореть. Жди меня, я когда-нибудь пойду.